Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні політичний консультант Михайло Кацин. Михайло, вітаю вас. Добрий день. І вже останній тиждень виборчої кампанії, вона вже вийшла на фінішну пряму. Взагалі, як ви оцінюєте цей виборчий процес саме цієї кампанії? Кампанія дуже цікава, оскільки в рамках цієї кампанії зрівнюється кілька політичних образів. Ми можемо вкратце їх розібрати. З однієї сторони, цей образ внесистемної політичної сили. За цей образ бореться «Слуга народу» діючого президента і «Голос» Святослава Корчука. Слідуючий політичний образ – це образ хазяйственників, образ партії «Юго-Востока». За цей образ бореться опозиційний блок, опозиційна платформа «За життя». Далі образ такої сильної руки, сила і честь, і гражданська опозиція Анатолія Гриценка. І такий образ європейських інтеграторів. Це четверте. Це європейська солідарність і батьківщина. Тобто у нас є як мінімум 4 образи, в рамках яких відбувається вибір. Тобто фактично нам ці вибори цікаві, тому що вони покажуть не тільки, яка з політичних сил найбільш популярна, і які політичні сили сформують правительство, але ми також побачимо, які політичні образи пользуются наибольшей популярностью среди нашего населения. То есть мы сможем устраивать некие тенденции, смотреть, что модно сегодня, а что, возможно, уже будет модно завтра. Так, отже, це ваше бачення. І як ви вважаєте, чим вони відрізняються між собою, оці образи? Ну, понятно, что внесистемный образ – это образ некой политической команды или политических команд, которые никогда не были в политике. И вот они вот сейчас пришли, вот они сейчас поменяют старую политическую элиту. И с таким юношеским во многом задором они будут менять все то, что накопило за прошедшие годы. Да, вот этот образ, он в принципе совпадает с неким трендом в сторону популизма, который есть в Европе. Я напомню, что в Европе в целом есть два разветвления самого популизма. Это правый популизм. Это в тех странах, где есть миграционная криза, кризис, где есть наплыв мигрантов, и левый популизм. Это вот так, популизм, который проистекает из социальной неудовлетворенности населения. Учитывая специфику нашей ситуации, вот эти вот политические силы, которые действуют в рамках образа внесистемной политической команды, они как раз претендуют на левопопулистскую программу действий. Да? То есть они апеллируют к левопопулистским настроениям в обществе. И, конечно, тем самым они отличаются от, например, тех же евроинтеграторов, еврооптимистов. Как... Ну, це, що да. стосується стільки одного цього образу, да. Зрозуміло, що кожен цей образ, він представляє декілька сил, так? Да, і вони, да. вони орієнтуються на певний електорат. Але мені здається, що саме технології цієї виборчої кампанії, вони також відрізняються від інших? Безусловно. Є, якщо ми говоримо о технологічній роботі, звісно ж, інструментарій технологів на цих виборах, він достатньо широкий. От медіа, традиційно-конвенціональних, до нетрадиційних, такі як соціальні сети, YouTube, Instagram, Facebook. Ми пам'ятаємо, яку роль зіграли, наприклад, соціальні сети на президентських виборах. І приблизно таку ж достаточно сильную роль играют на парламентской кампании. Кроме того, это в целом удешевляет избирательную кампанию. Если раньше, чтобы достучаться до избирателей, кандидату необходимо было получить доступ к традиционным СМИ, то сейчас он может апеллировать и традиционными средствами коммуникации, такими как социальные сети. Но знаете, если говорить... не единая технология, так? Конечно, не единая. Но есть такие... Если это мы говорим о неких каналах коммуникации. Если мы говорим в целом о технологиях борьбы с конкурентами, конечно, это и черный пиар, это и кланы-двойники, это регистрация неких предприятий, которые имеют схожие названия с политическими силами и выдвижение кандидатов. Это фактически заимствование цветовой гаммы той или иной политической силы с тем, чтобы вызвать ассоциативный ряд. То есть у нас, по большому счету, достаточно широкий спектр, арсенал инструментов задействован в рамках этой политической кампании. Если мы не будем, условно говоря, как бы обращаться к частностям, да, потому что все на дело за
судебными инстанциями по вынесению окончательного вердикта и Центральной избирательной комиссии. Но мы знаем, что, например, многие кандидаты, они копируют стилистику партии президента, партии «Слуги народа», и тем самым они хотят вызвать к себе интерес избирателей. Например, у нас есть партия президента «Слуга народа». Вони брендируються, як, наприклад, настоящий «Слуга народу». Але є навіть приклади подвійних прізвищ. Безусловно, є ще приклади двійних фамілій. Но ще одним цікавим трендом цих виборів, якщо ми об цьому теж можемо поговорити, є наступне. Вперше на традиционном таком бело-голубом фланге выдвигаются несколько политических команд. До этого никогда такого не было. Мы помним монолитную политическую силу партии регионов, которая была заточена под тогдашнего президента Януковича. А с момента его бегства из страны, с 2014 года, эта единая когда-то политическая команда разошлась, и сейчас они идут двумя колоннами, как оппозиционный блок и оппозиционная платформа «За жизнь». Это безумно интересно, потому что мы традиционно после 2004 года говорили о расколе в оранжевом лагере, а здесь есть раскол в бело-голубом лагере. Причем у этих политических сил стилистика одна и та же, но есть существенная разница, если мы говорим о программах этих политических сил. А в чем она? Мне кажется, что электорат один у этих двух политических сил. Да, электорат примерно одинаков, но есть существенная разница в тех месседжах, программах действий, которые хотят донести эти политические силы. Возьмем оппозиционный блок. Оппозиционный блок – это некая, это вот на данный момент является политическая сила, которая в себе объединяет, в принципе, хозяйственников, да, мэров городов, малый, средний, крупный бизнес, то есть по большому счету людей конкретного дела, которые не понаслышке знают, что такое децентрализация, что такое налоговая децентрализация, что такое финансовая децентрализация. И, безусловно, понимая проблемы на местах, те или иные, как принято в английском говорить, pitfalls, да, проблемы, они идут в парламент с конкретной целью – улучшить жизнь громад, способствовать развитию процесса децентрализации. Кроме того, в оппозиционном блоке мы видим очень много новых лиц. То есть тех лиц, которые не были представлены, условно говоря, до этого в политике. То есть, как и заклик до этой несистемной силы, они также загрывают? Частично, да. Но в отличие, например, от партии, исповедующей несистемную идеологию, да, скажем так, которая конкурирует в том образе, о котором мы поговорили, оппозиционный блок, он концентрируется на конкретных делах, на конкретных реформах, на конкретных предложениях, связанных с улучшением жизни украинцев. Тем более, обратим наше внимание, что в отличие от политических сил, которые апеллируют к Европейскому Союзу, к НАТО, к Соединенным Штатам Америки, либо тех политических сил, которые апеллируют к другим векторам, да, к той же Российской Федерации, оппозиционный блок, он украиноцентричен. Это политическая сила, которая сфокусирована на украинских интересах. Это очень важно. А задача какая оппозиционного блока? Выстроить государство, которое будет и политически конкурентоспособно на внешних рынках, и экономически конкурентоспособно на внешних рынках. И этим самым оппозиционный блок отличается. А основные напрямки таким чином цієї праці у парламенті? Конечно. Это парламентская сила, это проукраинская политическая сила. Які вони? Тобто, що вони планують? У оппозиционного, ну, исходя из того, что мы знаем и слышим от представителей оппозиционного блока, они идут с конкретной программой. Возьмем, например, проблему с аннексированным Крымом и оккупированными территориями на востоке нашей страны. У оппозиционного блока есть четкий план реинтеграции этих территорий, возвращения этих территорий, программа экономического восстановления Донбасса. Есть четкий план по развитию системы железных дорог Украины, есть четкий план по развитию дорожного хозяйства, то есть инфраструктурных проектов в Украине. Потому что, давайте говорить объективно, сейчас наша страна по рейтингу Doing Business, например, занимает 73-74 места. Если мы хотим динамичного рывка, если мы хотим, чтобы наша страна догнала восточноевропейские страны, которые когда-то по экономическим показателям уступали нашей стране еще на излете 90-х годов, нам нужен экономический рывок. Да? В английском это называется leap in the dark, да? Такой вот прыжок.
Да. И мы должны осуществить этот прыжок. То есть фактически оппозиционный блок предлагает некую программу, в результате которой Украина становится экономическим тигром этого региона. Причем, если эта экономическая программа она будет реализована, что мы увидим? Мы увидим, что политически субъектность Украины будет усиливаться, и Украина уже сможет быть модератором региональных процессов в целом в Восточной Европе. Это очень серьезная заявка, которую сейчас делает оппозиционный блок, на мой взгляд. Але мені здається, що обидві політичні сили вони ну працюють на один і той же електорат з ну приблизно однаковими меседжами. Як виборцям їх відрізняти? С одной стороны, вы правы, но с другой стороны, давайте посмотрим. Вот возьмем оппозиционный блок, оппозиционную платформу «За жизнь». Представители оппозиционного блока, как мы уже проговорили, они сфокусированы на украинском вопросе. Украина превыше всего. С другой стороны, мы видим, как представители вот, оппозиционной платформы «За жизнь», они периодически ездят в Москву. А я напомню, что Россия является страной-агрессором. И там они согласовывают некие возможности сотрудничества с Российской Федерацией. Я напомню, что Россия является страной-агрессором, которая оккупировала часть нашей территории. Но вот оппозиционная платформа «За жизнь» как бы пытается этими визитами получить дополнительный электорат, завоевать, то есть показав, что оппозиционная платформа «За жизнь» имеет уникальную карту, уникальный козырь в переговорах с Российской Федерацией. Оппозиционный блок не ездит за директивами ни в Брюссель, ни в Вашингтон, ни в Москву. Оппозиционный блок имеет реальную программу действий, с помощью которой оппозиционный блок хочет добиться экономического процветания для нашей страны. И это достаточно серьезное отличие, вот эта украиноцентричность, это то, что сейчас необходимо. Украина задекларировала курс в сторону интеграции в Европейский Союз. Это решение принято на уровне внесения изменений в Конституцию. Чтобы мы соответствовали показателям Европейского Союза и критериям членства, нам нужно сделать этот экономический рывок. И вот на оппозиционный блок предлагает программу экономического рывка нашей страны. На что еще, как вы вважаете, треба звертати увагу виборцям, окрім ось цього зовнішнього чи направленого на внутрь вектора? Прежде всего, избирателям нужно обращать внимание на носителей политических идей. Да? Если это деятели, да, которые были представлены до этого в политике на вторых-третьих ролях, да, то, наверное, им нужно дать, вот, ну, дать возможность проявить себя на первых ролях. Ну, мы видим, например, Евгения Мураева, да, вот, оппозиционном блоке, молодой депутат Верховной Рады, достаточно активный там, промышленник, да, который никогда не был фронтменом политических сил. И теперь он возглавляет список оппозиционного блока, он идет в парламент с оппозиционным блоком, то есть как бы это, в принципе, новое лицо в политике, да, то есть это линия, политическая линия, то есть это второе, третье политическое поколение, которое сейчас, сохраняя некую преемственность, может прийти там, вот, к управлению теми иными процессами внутри нашего государства. Кроме того, нам нужно четко смотреть, если у, естественно, нашим избирателям, согражданам нужно смотреть, настроена ли конструктивная политическая сила. Понятно, что правительство будет формировать партия президента «Слуга народа». Очевидно, рейтинги это показывают. И понятно, что партии президента «Слуга народа» нужны союзники с целью стабилизации и с целью проведения конкретной программы в жизнь. Я думаю, что исходя из некой диспозиции, как раз создание коалиции в правительстве путем, например, путем объединения «Слуги народа», оппозиционного блока, это дало бы некий старт реальным реформам в нашей стране, то есть это соединило бы себя опыт, молодость, некую внесистемность, системность, то есть некий новый курс, некий конвенциональный, традиционный курс, и тем самым была бы проложена реальная дорога реформ в нашей стране. Але все ж таки, мені здається, що і головне для виборця – це прийти саме на вибори у цю неділю. Абсентеїзм, уклонення від участі в голосуванні в деяких країнах є навіть наказуемым. Якщо ми говоримо о необхідності модернізувати нашу країну, кожен избиратель обладає голосом и обязан ходить и голосовать, потому что это проявление гражданского долга, гражданской позиции. А если мы не участвуем в политике, значит, тогда мы не имеем права определять политический курс страны.
Поэтому недаром лозунг американской революции был «нет налогов без представительства». Люди боролись за парламентаризм. Американцы, американцы в конце 18 столетия боролись за возможность влиять на внутреннюю политику и внешнюю политику своего государства. И естественно, что если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, мы должны приходить на выборы и показать явку не меньше, чем была продемонстрирована на президентских выборах. Я напомню, что это было 63%, достаточно высокая явка. Парламентские выборы будут носить ключевой характер. От результата парламентских выборов будет сформирована коалиция и правительство. Я напомню, что мы живем в парламентско-президентской республике. И, безусловно, от того, кого граждане изберут в Верховную Раду, будет зависеть и курс, проводимый правительством, кто будет в этом правительстве, естественно, те результаты, к которым придет страна через 5 лет к завершению президентской и парламентской каденции. Дякую вам за ваше роз'яснення, Михайло. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був політичний консультант Михайло Кацін.